Всем привет, девчонки, мальчишки, вы на канале Любовь, Михаил и Фадей. И у меня в коллекции новый микроавтобус в белом окрасе, красные спецованные колесики. Да, король черви изрисован. Вот такой передок с решеткой и фарами. Красное остекление автомобиля. Вот так вот он выглядит сверху. Вот так сзади. Синее дно на двух заклепках. Белая заклепка и серая. Hot Wheels. О, автобус-то ретро. 1974 года. Старше меня. Офигеть. Mattel. R7-611. Да, называется вагон какой-то он. Вагон. Черный салон. Круто. Там что-то в салоне у него есть. Что-то там сделано. Приборов управления, круто что-то сделано, коробка передач. В общем, крутой микроавтобус ретро 46-летней давности. Пишите, у кого в коллекции есть такой. Я ему поворотнички ему подрисовал красным маркером. Как всегда, болезнь Hot Wheels. Вот. Задние фары я не нашел. Не стал прорисовать, как бы. Передние чуть-чуть хромом сделал. Пишите, у кого есть такой в коллекции. Будьте с нами, как мы с вами. Всем крепкого здоровья. Мальчишки, девчонки, слушайте родителей своих. И как бы еще в стране продолжается этот коронавирус. Будьте аккуратней. Пишите в коллекции. У кого есть под видео ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Металл пластик, всем черные колесики. Всем пока-пока. До следующего ролика. Мальчишки, девчонки.